вперед батьки в пекло лезть не нужно. Хорошо, тогда у меня будет квартира. Вот, еще. Видишь, у тебя вот. Квартира, так у тебя есть квартира. Зачем тебе еще одна квартира? Надо. Нахера тебе нужна? Ну, с собой на тот свет не заберешь. Тебя отвезли, ну туда будешь. А у меня в деревне домов много, блядь. Там дом могу, там пожить, там. Там могу пожить. Нет, пожить именно да. А комфортно жить хер с бамус. Ну да. А комфорт же важен для людей, для нас в том числе. Важен. Все познается в сравнении, я тебе честно скажу. Я знаю, поэтому я не хочу. Сначала люди ходили там, не знаю, ямки копали, да, там срали, сидели на поле. Потом эти выгребные ямы появились, да. Потом канализация появилась, потом вода появилась, не надо с колодца носить ведрами. Представляешь? Комфорт? Комфорт. Да, поэтому, когда ты знаешь, что такое комфорт, ты как бы можешь жить в некомфорте, но ты как бы все время будешь стремиться к этому комфорту, чтобы его заново воссоздать. Но в этом случае так у меня. Поэтому все здесь ну, да. Знаешь.